Иностранные языки для детей с ограниченными возможностями по здоровью. В Губкинском центре «Свет надежды» педагоги вместе с особенными ребятами изучают английский. Такая программа помогает детям быстрее социализироваться, развивает интеллект и речевой аппарат. Недавно в помощь им в центре появилось лингофонное оборудование от фонда поколения Андрея Скотча. Григорий Миронов продолжит. Поколение поддерживает центр помощи особенным детям с самого его открытия, а это уже больше 4 лет. Практически все оборудование «Свет надежды» получил при содействии фонда. Здесь есть сенсорная комната, где ребята могут получить сеанс релаксации при свете различных светильников или порисовать пальцами на песке. В основной комнате детские тренажерные аппараты и множество игрушек, развивающих мелкую моторику. Есть и современные учебники, по которым педагоги проводят с ребятами занятия по развитию речевого аппарата. Совсем недавно центр получил новое оборудование. Помог фонд Андрея Скотча. Очень полезный сухой бассейн, когда идет массаж и спинки, и ножек, то есть полностью тело. Дальше сенсорные дорожки, тактильные дорожки, дидактика обучающая и лингофонный кабинет, мобильный. Я думаю, что такой лингофонный кабинет единственный в нашем городе. Лингофонное оборудование поможет для занятия детей с логопедом. Ребенок будет целиком сосредоточен на произношении букв и не будет отвлекаться на посторонние звуки. Это же оборудование поможет в изучении английского. Преподавание иностранных языков детям с ограничениями по здоровью – новаторский подход педагогов этого центра. Опыт, который используется именно здесь, уже вышел за пределы Белгородской области. Этот опыт, он достаточно востребован. И не случайно, вот в прошлом году я помню, что общественная организация «Свет надежды» стала победителем одного из уже федеральных грантов. Вот, поэтому фонд поколений и дальше будет поддерживать подобные начинания. И самое главное, что здесь есть огромное желание помочь этим особенным детям. Специалисты центра говорят, это не реабилитация, а абилитация. Термин педагогический, означает помощь людям с ограниченными возможностями приспособиться к нормальной жизни, адаптироваться в ней. «Свет надежды» посещает больше 20 детей. С ними занимаются 4 педагогов. Их усилий вполне хватает, чтобы помочь ребятам найти себя в обществе и почувствовать себя его частью. Григорий Миронов, Сергей Кириченко. Новости мира Белогорья.